2 на 2. И берем Китана. Китанчика. Так, что у нас там? Это Джокер. Ладно, сейчас. Ух ты, у меня Жнец. Жнец, дружище. Я надеюсь, ты сможешь их всех уничтожить. Есть, смотри, прям я шапку сразу. Сразу же шапку. Ух ты, какой-то слабый Жнец был, представляешь? Ё-моё, на, на, вонючка. Так, теперь вот этого, этого самого Феникса уничтожить. На, держи. Так, быстренько подлечимся. Видишь, я подлечился, алё. Убежал. Так, ё-моё, вообще мне здесь это мешает, вся канитель. Конкретно причем. На. Я, у меня удар просто в землю идет и... Естественно, он, конечно, взорвался. Ну что ж, давайте выберем какой-нибудь другой танк. Фениксом. Пойду-ка я Фениксом играть. Два обычных танка. У меня, получается, тоже зелененькие все. Опля! Так, а ну-ка едут, нет? А, вот они, на, получи огня! Ох-ох-ох-ох-ох-ох-ох-ох-ох! Я все бомбочки взорвал, да, забрал. Подлечиться нужно срочно. Ёлки-палки, нифига они хитрые. Ну, давайте я вас сейчас поджарю. Одного и второго. Так, этот бедолага. Что творит, а? На, все, готов. Хорошо, хорошо, что я не умер. Есть сундучок. Мы его сейчас откроем, ребят. Посмотрим, что там будет в сундучке. Ух ты, два самоцветика, спасибо. Ладно, давайте дальше говорить. Что ж мне танки-то не выпадают? Мне нужно открыть. А, можно ли его просто-напросто купить за 270 монет? А давайте я поиграю с Атласом. Да, почему бы и не поиграть? Конечно, я не думаю, что я буду выигрывать. Жин какой-то. Давай, Жин, дружище. Дружище Жин. Я вот здесь встану. Буду стрелять. Ох-ох-ох-ох-ох-ох-ох. Давай-давай-давай-давай-давай. Ох ты, все, меня взорвали. Да, получается. Отлетел, смотри, башня у него. Жина. Бедолага Жин. Отлетела башня. У бедолаги Жина. Ладно, не будем мы мучиться с Атласом, потому что он у меня не прокачанный. Ого, 720. Они все по 720. Монет нет, я буду на этого копить. Офигеть, 1440 кристаллов. Очень много. Ладно, возьму-ка я дальше своего Феникса. Он у меня более-менее прокачанный. Угу. О, с Джокером. Смотрите, какая у нас окраска красивая. Что у Джокера, что у меня. На, сразу сейчас будем жарить. Ё-моё, смотри, что творят, а. Так, этот вот решил подлечиться. Ладно, я тоже подлечусь. Хорошо. Мне нужно бы какой-нибудь такой выступ найти, вот типа вот здесь. Но, дружище, Джокер полетел. Сейчас я боюсь, его отщёлкают. О, либо меня отщёлкают, да. Меня отщёлкали. Да тут какая-то трасса. Не трасса, а как-то сказать. Холмики такие странные. Опять минус 6. Да что такое-то? Смотри, два раза минус 6. Ладно. Я, конечно, буду еще пробовать Фениксом. Фениксом. О-о-о, хороший. Это хорошее место. Главное мне стать бы где-нибудь в хорошем месте. Например, вот здесь. На. Достает мой вообще, нет? Огнеметик. О, все, я здесь стану, сейчас буду. Катюшу вот эту жарить. На. Ух ты, ух ты, ух ты, ух ты, ух ты. На, можно было украсть его ремкомплект. Ладно, я сейчас сам подлечусь. Смотри. Давай. Они-то знают, смотри. Они-то знают, что я их сейчас буду жарить. Да ё-моё. Что ж ты будешь делать-то такой? Давай, давай, подъезжай. Смотри, я его практически поджарил. Так, а этого не могу. Так, моего друга уничтожили. Так, этот с Катюшей, вонючка, смотри, что он творит, а. Ладно, сейчас отъедем назад. Куда-нибудь сюда встанем. Внезапная смерть. Так, 29 секунд. А чего у меня так здоровья там мало стало?
Офигеть. И чего? А куда здоровье-то мое делось? Ладно, ждем. 17 секунд. 14. Я не знаю, что сейчас произойдет. 8, 7, 6. Ой-ой-ой-ой. Кто все-таки успел, смотри, меня убил. Ну не гад ли, а? Там 3 секунды осталось. Ну что, ты не мог подождать? Мне интересно было. Что было бы? Я буду мстить. Я буду мстить, и мстя моя будет страшна. Фениксом буду сейчас всех. Всех жарить фениксом. Поехали. Опля. Нифига я как подпрыгиваю. Все, здесь я встану. На. Огня. У меня огня много. У меня реально огня много. Так, главное, чтобы этот не выстрелил. О, не успел, не успел. Так, подлечимся сразу. Опа! Получай огня. А где ты там бегаешь, а, вонючка? Дурачок. Подзорвался. Бегал где-то, непонятно где. Где ты там бегал? Чё ты там бегал? В бой почему не вступал-то? Так, ну где там? Чё, кто? Ждем. Во, летит, на тебе. Поджарили мы тебя. Приехал. Он думал, что я буду ехать. Нет, нифига. Я подожду. И получаем мы звездочку нашу. Ну что ж. Поехали дальше. На Джокере. Еще раз парочку. Боев сыграем на Джокере. Потом будем менять. Ой, на Джокере говорю. На Фениксе. На Фениксе, ребята. Парочку боев на Фениксе. И потом будем менять на другого. Так, а ну-ка, если я здесь стану. Ух ты, мамон, смотри. Ё-моё, чё творят-то они, а? Давай я там мамонта сейчас буду жарить. Тихо-тихо-тихо, есть, готов мамонт. И титан, титана сейчас. Ой, как хорошо встал, слушай, титан. Титанчик. Давай, едь сюда, дружище. Я подожду. Я пока даже не буду лечиться. У меня здоровья, в принципе, хватает. Ты куда там пошел на рожон? Ладно, пошлите выручать его. Так уж и быть. Поехали. Опа, есть. Уничтожили. Звездочку получаем и играем. А, теперь я буду менять. Я возьму, ребята, Джокера моего маленького танка. Ой, тоже Джокер. А, нет, не Джокер. Чё там за танк был? Подожди, это же этот Тесла. Тесла опасный, слушай, очень опасный. Надо с расстояния стараться стрелять. Во! Есть. Теслочка уничтожен. Так, ракетки. Напалм. Не, они все убежали. Так, а ну-ка, на. Подожди, 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 подожди. На, подожди. Сейчас я тебя попробую отщелкать. Получай, получай, получай. Есть. Готов. Уничтожили его. И открываем наш заветный сундучок. А там нифига нету. Я думал, что будет танк какой-нибудь. Ладно, едем, отправляемся дальше в бой. Тоже Джокер? А, нет, это просто не Джокер. Это не Джокер. Ух ты! У меня этот самый друг, смотри, какой большой. Какой мощный. Мощный дружище. Опа! На, получай, получай, получай. Получайте, получайте, вонючки. Ох, нифига, подожди, в смысле? Алло! А чё так много было этих ракет? Слушай, я тоже ракеты какие-нибудь возьму. Я тоже поменяю на... А, у меня тут нету, кстати. А, у меня тут ничего нет. Я бы поменял бы. А, у этого чё, чувака есть. Вот эта штука, кобра есть. Ладно, авиаудар. И давайте мы ее улучшим. Ух ты, ее еще можно улучшать, да, у нас денег нету. Надо, я такую хочу себе, слушай, я такую хочу окраску. Ладно. Заработаем на эту красочку обязательно. Поехали. Едем. Сразу бросаем. А-а-а, вонючки, вонючки, минки есть. Подбили мы их. На. О, я подлечусь, спасибо. А что у нас с эти вот эти вот танки, да, кобра? Получается, они стреляют тоже достаточно-таки быстро. Но минус в том, что... Не так быстро они стреляют. Опа! На! Получи, друг. Только плюс 4 дали. Угу. Понятно.
Ладно, я выберу все равно. Эту самую. Джокера нашел. Джокер. Маленького Джокера. Берем. Все, и едем дальше. Ох. На. Тихо. Так, у меня же вонючка Джокер. Ах ты, ё-моё, я не успел выстрелить свои штуки, дрюки. Штуки-дрюки не успел выстрелить. Ладно. А, тут еще один Джокер есть, дружище-то. Ну давай, Арман, попробуй. Отомсти за них. Эх, не получилось, минус 6. Ладно, беру Титана. Почему бы и нет? Красненького беру. Угу. А, тоже Титан красный, смотри, с Джокером. А у меня кто? Катюша? Дядя Сэм? Катюша, дядя Сэм. Эх, ладно, подождем здесь. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Опа, меня не попали. Меня не попали они случайно даже. Так, Катюшка, давай. О, есть. А, вот этого сейчас мы отщелкаем. Есть, победа! Плюс 4. Почему, когда мы выигрываем, да? А, плюс 4 дают. Интересно. А когда проигрываем, минус 6. А я играл, смотри, знаешь с кем? С Папа Фаном. Папа Фан играет с нами. Ух ты, нифига. Играли с Папа Фаном.